чем прикол? Свете еще нет 21, это по секрету. А мне на днях вот исполнилось. И нас когда... не хотели пускать на паром, потому что оказывается путешествие с 21. Поэтому 21 все-таки хороший возраст, в нем есть плюс. Мы сейчас оказались в нашей каюте. Светлана уже раздевается, потому что мы сейчас будем кушать. Посмотрите на мои кудри. Я первый раз в восторге от своей... Ну ладно, не первый раз, такое редко бывает, когда волосы просто огонь. И лицо хорошее, потому что я... I'm happy today, как я говорю. Вот. Так, Света уже там что-то достает. Мы сейчас будем... Что мы делать? Будем сэндвичи, пить сидр. Да. Вот. И что хотелось... А, я хотела вам показать каюту и сказать, за сколько мы ее взяли. Приглашаю вас в нашу каюту эконом-класса с четырьмя кроватями по бокам. Они поднимаются, на них можно сидеть. А цена такой каюты 26 евро за две ночи в Стокгольме. Вот это... За удачную поездку ее продолжение просто. Время 9 вечера, мы вышли и вообще ничего не видно. Кроме Светы. И мы купили бутылочку вина. Очень красиво. На самом деле, когда ничего не видно. Наш уикенд однодневный в Стокгольме. В Стокгольме заканчивается. Мы были здесь с 10 утра до 4 часов дня. Вот сейчас идем там с пакетом огромным, будто купили корову, честно. Хотя, оказывается, мы только что хотели взять пиво. Нормального пиваса. Да. А по закону в пивных магазинах продают пиво только 3,5 градуса. И типа, что это за пиво такое 3,5 градуса? Простите меня, конечно, но... Это лимонад детский. Детский лимонад. У нас в России в квасе больше градусов, чем у них в пиве. Нас порадовала очень погода, потому что вот я была в блузке, я даже фоткалась так. Фотографии просто будут бомба. Это вот однозначно, что я могу сказать. Все это, надеюсь, тоже довольны. И тоже заполонили в ее инстаграм фотографиями уже. Отправляемся на паром. Сначала на смотровую башню. А, да, точно, я ведь забыла.